Здравствуйте, меня зовут Николай. Я Марат. И мы из тату-студии Rich. И сегодня мы хотим разыграть сертификаты на сеанс, скидки на сеанс и вот этот вот iPad. И еще много-много сладких призов. Итак, нас собралось почти 4000 человек. Очень приятно. Всем спасибо за поддержку. Неожиданно рассчитывали на разные результаты. Ну, примерно так и думали. И сейчас мы начнем разыгрывать призы. Да, короче, в пизду. Не буду ничего себе рассказывать, бля. Нажал? Да, ты можешь поговорить что-нибудь. Раз-раз, яйца тряс. Проверка микрофона. Скажи 300. 300. Да, там дальше. Этот iPad и великолепные сертификаты. Носки на сеансы, на скидки. Носки на сеансы. И еще много-много сладких призов. Вырезай остальное. Нет, давай вот это нормально еще. Да. Дальше что можно еще? Бля, вот это первый мой видос. Спасибо, что все участвовали. Ну. Всех заранее с наступающим. Да, сейчас. Так. Итак, ребята. Эпик момент наступает. Не пуха. Сейчас. Связь гонит. Ну, гонит, наверное. Нет, здесь на самом деле хороший Wi-Fi, мы проверили. Наверное, это у вас что-то с интернетом. Так, открывай. Ты показывай экран-то. Сейчас. Свой. Начинаем? Да. Итак, мы переворачиваем. Зависли, там чуваки говорят, что зависли. Это бывает. Ну, это уже... Подожди, я вот так вот поставлю. Подключайтесь к другому нашему. 3863. Ну, кто-нибудь здесь есть? Связь пропала в перископе, говорят. Блять. А мне нормально? Нормально, у тебя? Связь. А как мне сделать, чтобы вернуть связь? Остановить нет, и начать. Не, лучше не надо. У тебя что-то, видишь, iPad грузит. Вот смотри. Ой, iPad говорил. iPhone. А, все, сейчас тут должно быть. Сейчас со связью что-то. Все нормально со связью у меня. Но говорят. Это у тебя. Ну, это у тебя-то главное. А сейчас Руслана спросим. Сейчас дождемся. Это в другом перископе, все, здесь да. Говорят, что связь пропала. Мы ждем. Хорош, все. Ребята, вы тут? Все, да. Все, давайте начинаем. Через мою руку можно. Блях, как неудобно-то. Давай вот так вот. Все норм. Давайте, ребят, начнем. Фу, давай еще раз обновимся. Обновим. 3864 участника. 20.01. Число 27 декабря. Ла-ла-ла. Q10. Копируем. Приходим вот сюда. Начнем с 10 места. Это сладкий новогодний подарок. iPad. Как у тебя там дела? Нормально? Да нет, тормозит все, говорят. Я выключил Wi-Fi, я сейчас попробую на интернете, на нормальном. Сейчас. Хуета, не связь, блин, хреново. Ну смотрите на YouTube тогда. Ну на YouTube они будут нас только видеть. Давай. Как назло, вот, кстати, реально, ребят, простите, то, что так получилось. Лучше стало, нет, интернет, ответьте кто-нибудь. Я просто выключил Wi-Fi и через обычный интернет. Все, ништяк, давайте, погнали. Все, да. Все, копируем ссылочку. Давай, ладно, еще раз для тех, кто вдруг не видел, потом будет говорить. Так, 10 место, сладкий новогодний подарок. Копируем ссылочку. Всем удачи, ребята. Да, всем удачи. Так, сейчас подойдем к тебе. А, так, приложение. И тут так мышка плохо находится. Давай подвинем. Давай, вот так лучше. Заходим в программу, рандом, розыгрыш призов. Так, вставляем ссылочку здесь. Сейчас загрузятся все пользователи. Ты помнишь, какой последний? Да. Приз какой? Сладкий подарок. Три, да, их? Да. Настя, у тебя камера хорошо снимает? Да, отлично. Сейчас тут рекламка загрузится, скорее всего. О, «Звездные войны». Акс. «Звездный Акс». Мы начинаем со сладких подарков. Это Рафаэла в подарочной упаковке. 2505-3036. Ну, в принципе, нормальное количество репостов. Ну да. И вот они, все участники, которые имеются. Тут, наверное, всех не показывают, но в целом. Итак, давайте начнем. Так, погнали. Раз, два, три. Данил Башаров выигрывает. Как Марат Башаров почти. Выигрывает сладкий приз. Ну, давай проверим сразу. Да. Давай проверим. Так, это сладкий приз. Есть ли у него репост?
Что-то смотри, у меня страничка вся в репост. Вот, репост есть. Репост есть. Сделай наверх саму страничку, посмотрим. Саму страничку. 20 фоток. Интернет, конечно, от Бога. Фоток нет у него реально. Это тебе решать, Коля. Давай дальше. Дальше, да? Не канай, да, так нечестно? Mm-hmm. Так, дальше. Айдар Сабгатулин. Сабгатулин. Сложно так считать фамилии. Ну да, бывает. Неудобно. Так, был 15 минут назад. Почему нечестно? Если там вообще левая страница, на которой ничего нет, одни репосты, ни фотографии, ничего. Как раз таки будет нечестно. Да. Если мы сделаем, вот репост есть, если будет нечестно, если мы отдадим подарок, потому что реально люди живыми страницами должны участвовать. Да, живыми страницами. Это прописано в конкурсе. Одна фотка у меня. А как ты записан ВКонтакте? Ну, у кого одна фотка? Возраст тоже смотрим. Ну, с татуировками смотрим возраст, а в принципе там с айпадом, со сладкими подарками, я думаю. Так, не заморачивайся, давай дальше. Короче, смотри, у него страничка у этого Айдара. А, Булат, я тебя знаю, ты, короче, если что. Так. Смотри, фотки у него есть. И репост есть, в группе репост состоит. Репост есть. В группе сейчас проверю, состоит ли. Айдар Сабгатулин. Копировать. Привет. Марат, ты тут? Все, в группе он состоит. Ну все, Айдар Сабгатулин, это первый сладкий подарок. Победитель, да, и получает сладкий подарок. Давайте разыграем еще один сладенький подарок. Сохранил его. Дальше. Прикинь, мы проведем акцию, ну, розыгрыш. На последнем ты загонишься и закроешь всех. Так, Кристина Масленникова. Кристина Масленникова. Вот мне нравится страница, когда фотографии сразу. Да, фотки есть, и все дела. Была несколько минут назад. Ну, буквально. Фотки сразу, смотри, там разные фотки. Взрослый человек, фотки есть, фотки взрослый. Все разные. 4 мая, 8 мая, апрель. Лайки, вот, все есть. Все нормально, репост на страничке есть. Сейчас проверим, состоит ли Кристина в группе. Скопирую. Как это сделать? У меня тоже айпадик. Кристина Масленникова. Если у меня жена выиграет айпад, мне придется купить ей еще айпад. А этот дальше разыграть. Да. Ира, если ты меня слышишь, давай выздоравливай. Так, сейчас Кристина. Сейчас имя надо. Блин, как много сложно. Народ, что Марат, может, ты поддержишь, а? Ну, тоже нормально. Два человека тоже человеки. Так, Кристина Масленникова. Она не участвует в группе. Подожди, а может, вот так надо копировать? Да. Да. Ну-ка, сейчас, погоди, давай. Да, в поиск в группе, да. Помнишь, ты как-то у тебя была трансляция, ты так же делала, у тебя не находилось сначала. Потому что по репостам, сколько прибавилось людей, в принципе, совпадает. Ну, может. Нажми Кристину просто вводить, может. Вот так, да. Нет. Вот, к сожалению, нету этого человека. Поэтому мы разыгрываем дальше. Дальше. Лейсан Шайхутдинова. Помогай мне. Список победителей будет. Будет отдельное видео. Да, онлайн. Фотки настоящие. Так, 7 фотографий. Да, разные числа. Отлично. Репост есть ли? Получает конфетку. Ну, не конфетку. Сейчас, репост а конфетки есть ли или нет. Репост, он может быть сделан еще очень давно. Да. Когда начался розыгрыш? 22-го, да, по-моему, Марат? Помнишь, ты нет? Декабря. Вот, есть. Вот. Есть. Лейсан. Не декабря. Зачем декабря? Вот, 24 декабря написано у нее репост. А, ну, разницы нет. Тогда? Вот, в группе она есть. Все, поздравляю. Значит, она получила. Сладкий подарок. Сладкий подарок. Записываем новогодний ее. Сладкий подарок. Поздравляем. У тебя там как-то записывают в порядке сверху вниз, да, идет? Да, то есть так, все. Чтобы разобраться. Итак, третий, да, сейчас подарок? Да. Странно, кстати, то, что никто... Вопрос, там среди казанских. Ну, среди Татарстана, наверное. Да, Татарстан. То есть Москва, Питер, мы отправлять явно никуда. Бейбулатова. Бейбулатова. Это третий сладкий подарок, да? Да, это третий сладкий подарок. Сейчас посмотрим, есть ли репост. Блин, что ты говорил, забыл. Вот, репост есть. Есть репост. Страничка настоящая у нее. 3, 12, 11. Все. Если кто-то нас смотрит на канале в YouTube, наверное, проще загрузить перископ. Угу. В группе она есть. Мне пишут, вы как прям Василий Уткин и Соловьев. Ну, похоже, может я быть. Я что ли, или кто? Наверное. А, как дети, комментаторы? Да. Я только понял. Так, сейчас теперь у нас серьезные розыгрыши. Кстати, это комплимент, Стас, был, если ты слышишь. Мне польстило. Сейчас мы теперь разыгрываем 5 килограммов мандаринов. 5 килограммов, килограмм мандаринов. Да, вот так, правильно. Раз, два, три. Опа.
Лисунька Зиганщина. Ленуська, Зиганщина. Почти правильно. Объестся мандаринами и если, если она. Ну, ну, ничего не поделаешь. Кстати, вот у меня интернет Йота просто ловит лучше, чем Wi-Fi в итоге, как оказалось. Так, страничка... Так, репост есть. Страничка настоящая, 6, 7, 25. Это мандаринки, 25, да? Да, это мандаринки. Получает... А, есть ли она в группе, да? Да. Мандаринки тоже хорошо. Их много, мы же их сегодня только так, купили. Она есть. Ну, отлично, поздравляем. Угу, так, записываем. Все. Так, теперь мы разыгрываем... Что-то там разыгрываем. Мы разыгрываем скидочный сертификат номиналом 1000 рублей. Вот он. Вот этот сертификат. Их будет тоже два, да? Два. Да. Их будет не тоже, вернее, раз, два, три. Алиса Шамсавалиева. А, кстати, парни еще не выигрывали? Что-то нет. Знаешь, я что заметил? Либо реально девушки репостят больше, либо рандом как-то выбирает женский пол. Не знаю. Тебе так не кажется? Нет, ну, у меня парни выигрывали. Выиграли? Ну, просто, наверное, больше репостят. Так, страничка настоящая. Репост прям вот он. 22 декабря она сделала. Ну, кто-то, видишь, совсем недавно сделал. Угу. Одни девушки. Да-да, я тоже вот про это. Так, в группе. В группе она есть, все. Она выигрывает сертификат. Поздравляем. Поздравляем бы. Дальше. Что теперь у нас? Вон опять сертификат, да? Обиделся. Миниханов обиделся. Раз, два, три. Женя Фадеев. Вот, только говорили про матриархат. Так, вот и парень. Вот и парень. Страничка настоящая, велики, байки. Велики прикольные. BMX поход, да? Так, роза, ой, под, блин, как это, пост есть? Репост есть? Мальчик, ура, парни на iPad в очереди. Тому, кто, ну, да. Выиграет его. А, да, точно. Чуть-чуть. У нас Айдар сладкий подарок выиграл. А, да? Да. Я уж не помню. Так, дальше у нас... Кстати, я, прикинь, тоже не помню. Дальше... Фирменный торт с логотипом студии. Скидочный. А, еще один. Опять? Да, их же два. Была, не была. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Смотри. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мара, ты чего смотришь? Да-да-да, фирменный торт. Фирменный торт, да. Кстати, очень-очень крутой торт. Сегодня тоже его только забрали. Он в студии лежит в холодильнике, ждет. Все нормально. Настя, у тебя там все нормально? Да. Ну давайте тортик, торт. Раз, два, три. Очень крутой торт. Мира Кочуева. Реально, блин. Так, посмотрим. Ну, да, сразу 196 да, фотографий, все разные, разные числа. И смотри, живые там с детьми, не с детьми. Да, ну вот. Ну все нормально, да, так, смотрим репост. Кстати, очень клевый торт. Вот с детьми вместе покушает, попьет чай. Так, репост, так, вот. Репост отлично, есть. Теперь девушек больше, живые. Ну дай бог, что все живые. Так, в группе есть? Не, ну это и смех, и грех. Ну да, да. Так, Мира есть. Так, теперь у нас идет сертификат на один сеанс. Ну, это уже, да, это круче, на самом это деле, вот. Серьезный приз уже. Пошли три нормальных подарка. Да, ну, три самых что... последних. Нормальные все. Раз, два, три. Алия Бикмухаметова. Знаешь, такое начало, Алия Бикмухаметова. Да-да, Бикмантимур Бикмамбетов. Да-да, я вот это... Поздравляем, поздравляем. Что я сделал? Ты в гугле просто... А, вот так надо было сделать. Да, я в гугле. Так, ну сразу репост. Так, репост есть. Три фотографии. 21 декабря, 20 декабря и 20 декабря. Что-то это... Всего три фотки, что ли? Ну, 151 друг. Ну, подожди, подожди. Да, всего три фотки. Ну, ладно, бывает страница. Не, ну смотри, ну у нее же 150 друзей. Да, 150 друзей просто. Подарки, смотри, есть тоже. Ну, я думаю, это, ну, вполне адекватная страница, да. Главное, чтобы состояла сейчас, в группе. Сейчас состоит ли? Есть. А что не проверять, состоит ли человек в группе? Как не проверяем? Как не проверяем? Проверяем. Как обычно не везет. Все так волнуются, как мы. Не, так, мы проверяем каждого. Проверяем. Может, ты забыл про просто? Не-не-не-не. Тоже помню. Ты проверил сейчас, состоял в группе? Да. Ну, теперь все. Второе место за сертификат на один сеанс 3-4 часа. Специально здесь отмечаю, чтобы не запутаться. Ну, хотя уже не запутаешься. Что-то мы быстро-быстро. Следующий приз – iPad. Давайте. Не-не-не, после этого. После этого. Да-да. Раз, два, три. Анна Харитонова. Ну реально, смотри, по статистике сейчас парень, да, должен на iPad. Да, да, да. По сути, сейчас парень. Стас, если ты здесь, если ты видишь, ты по-любому iPad твой, ты такой хочешь. Я хочу iPad, ребят. Так, страничка настоящая. Нужна ли ей татуировка? А, ну хотя раз она участвует. Кстати, мне кажется, есть такие люди, которым только iPad нужны. Ну конечно, одни бабы. Все, да?
Ну, не бабы, а девушки. Походу, да. Кому-то очень обидно. Так, репост есть? Есть. Перед последним призом. Да, да. Кстати, а надо посмотреть, призом. У меня зарядка. Тут не посмотришь, да? Посмотришь. А, у меня хватит зарядки, да. Вообще, кому-то сейчас вообще так не повезло. У тебя? Ну, да. Будут там потом нет, писать. В группе она есть. Все, значит, она выиграла. Ну и что, последнее место? Да, сейчас самый такой эпик. Эпик. Фу, мне реально рука трясется. Да, ну, можно потянуть время там на часик да еще. Нет. Да нет, нет, это шутки. Айпад, ломбард. Да нет, если вы хотите ломбард, давайте мы сразу купим просто. Да, 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 давайте купим сразу. Удобно было. Да, репостов меньше, да? Ну, на 200 репостов примерно меньше, люди сразу удалили. Ну ладно, удалили, значит, ждали. А, ну хз, что? Ничего не сделаешь уже. Ну, примерно на 150 репостов. Ой, меньше. Давай опять своей рукой делай. Итак, давайте попробуем сделать это заново. Света Мулиева. Подождите, так, фотка давайте. Уже такая. Да нет, почему фотка? Ничего. 97-й год. Это ей есть 18? Это 17 лет получается. 17? Ну, ей на вид. 17 же лет, 97-й год. Ну, 18. Я 95-й. Нет, да, нет. Да, 17. 17 лет, да? Точно. Ну, давайте, знаешь? Подожди, 14 декабря. Уже есть. Уже есть, получается, да. Ей 18. Только исполнилось. Прикинь, бы сейчас Лили считай. Ну, ей вот iPad самый раз таки, по сути, стрим. Подожди, давайте точно посчитаем. 18 будет? Или было? 14 декабря. 14 декабря и 18 лет. Точно. Да. Ну, давай проверим тогда. Да, да, перепрыгиваем, да. Только iPad. Ну смотри, фотки настоящие. Нет, да, давай фотки. Дальше проверим. Репосты есть. Репосты в группу. День рождения, как раз у нее вижу, недавно было. Да, да, всех да, поздравляю. Да. По-любому даже вот все шагалетием написано. 26-го она только-только смотри, сделал. Да? Ну, вчера. Нет. Ноября же. А, ноября. Да. Так, в группе есть она или нет? Ну вот остался последний момент дополнительный. Я теперь вею. Зарядка. Мне пиздец, да? Че, зарядка села? Давай. Так, да нет, подождите, да, не расходимся. Проверяй. Сейчас, секундочку, посмотрим. Все, она есть. Она есть в группе. Поздравляем ее.